Окей. Буде якесь перше слово чи питання зразу? Питання? No, I just want to say a couple of words. I think, you know, it was a good game for us. We make the plans. We first time play in this formation. And then this was very difficult because we don't have any time to prepare it even. And I want to congratulate my players for the effort what the team put today. Because he spent a lot of energy, his only way how we can stop such a talented team like France. And this plan is works, and I think this for us is very good result to take the points today in this game. Okay, so we start. We turn to Ukrainian questions. Будь ласка, Леонід Василков, будь ласка, прошу себе анмютити і ставити запитання. Ми будемо чути тут. Добрий вечір, дякуємо вам за чудову. Чи означає, на вашу думку, те, що у збірної Франції було так багато сьогодні фолів, що ваш план дійсно спрацював, і вони завдяки фолам не могли нічого з ним подіяти, і так намагалися якось зламати нашу англійську гру? Дякую. Ну, прежде всего, как я уже сказал, о том, что мы давно готовились к этой игре, изучали соперника очень хорошо, и тот товарищеский матч, который мы провели, значит, тоже помог, дал нам информацию о том, что раскрываться, играть в открытый футбол – это самоубийство сегодня, поэтому… Мы постарались сыграть компактно, мы постарались сыграть, создать определенное давление на мяче. Значит, и, конечно же, самых острых футболистов, которые есть у сборной Франции, в частности, это Килиан Мбаппе, который очень хорошо атакует пространство, значит, он меняет постоянно, ну, сегодня меньше, но иногда он меняет фланги, поэтому он играл сегодня слева, поэтому мы поставили где-то специально, значит, больше игроков, которые должны были закрывать. Один постоянно делал прессинг на нем, а второй закрывал пространство хорошо. Поэтому этот план удался. Я считаю, что вся заслуга в этом – это только ребят за ту работу, которую они сегодня проделали. Окей. Виталий Ткачук, будь ласка, ставьте запитання. Андрій Миколаївич, добрий день, дякую вам за фантастичний результат. Моє питання, скажіть, будь ласка, чому, з якою метою ви випустили більш атакувальних Олександра Зубкова і Віктора Коваленка на поле за рахунку 1-1? І чому саме Олександр Зінченко став капітаном збірної? І чи впорався він зі своїм капітанським завданням сьогодні? Дякую. Ну, в первую очередь я хочу поздравить Зінченка. Первая гра его сегодня как капитана. Значит, конечно, он справился с задачей, все ребята справились. И что касается сегодняшних замен, значит, мы попытались выпускать быстрых игроков, более хорошо сложенных физически, которые могут держать этот уровень сегодня. Тот же Коваленко, который, я считаю, у него очень хорошие перспективы. И мы увидели, что Сидорчук немножко подустал. Мы увидели, значит, Шапаренко, значит, он начал жаловаться, у него появились небольшие проблемы. Поэтому мы выпускали сегодня игроков, которые могли, значит, держать этот ритм. Значит, Мараеш вышел, тоже очень сильно помог, он цеплялся за мячи. Тут такую же работу провел Яремчук. Потому что сегодня это была командная игра, командное действие. Окей, yes, Emmanuel Bojan. I'm pronouncing correct? Yes, okay. Very well. L'équipe, yeah? Yes, l'équipe. Hi, Mr. Shevchenko. Are you satisfied with the work of your three central defenders, Zabani, Christophe, Matvienko, who played very close from each other and were very compact? I think in the first 30 minutes we had some problems in the beginning. We put some correction to the position, especially when we have the ball, because it's very difficult to put new system with one training. Actually, we had the only one training. And then that was for me the key that was explained very well, that some situation. We work a lot with the video analyst.
to put more information for the player, and I think the player did very well. Окей, Андрій Тодос, будь ласка, прошу ставити запитання по Zoom. Добрий вечір. Наскільки життєво важливими були поразки у Ліги Нації минулого сезону, допомагаючи підготовуватись до сьогоднішньої ігри? І чи можете навіть сказати, що вони були потрібні для того, щоб розробити ваш новий такий адаптивний тактичний підхід? Ну, однозначно, те товарищеские матчи, которые мы играли в том году, и те матчи лиги, National League, которые мы играли, значит, они дали нам информацию. Мы использовали большое количество игроков, значит, мы задействовали даже молодых футболистов. Я, в принципе, не боюсь никогда рисковать, брать ответственность, потому что это единственный путь, который мне может дать возможность смотреть футболистов и... только на таком уровне. Поэтому мы достаточно собрали информации. Для нас мы все время в поиске, потому что мы нуждаемся в хороших, качественных футболистах. Окей, колеги, якщо у вас є ще запитання, то я не бачу жодної піднятої руки. І якщо ви вже поставили запитання, то знімайте підняту руку, щоб я орієнтувався. Yes, please. Yes. Did you choose to play this way with Ukraine because Yarmolenko and Tsiankov were injured, or is it a choice you referred? No, we make this choice before to play because we have to cover the space behind, because if we left the talented players like French team had to one against one, I think we're going to have a lot of problems. That was only way to try to balance, especially to drop a little bit back, to put the very compact line between. And then it's always one to put the pressure, one the covering. That was the plan for the game. And then I don't think even if Yarmolenko, Tsigankov, it was, of course, it's a lot more optional for us. Maybe, you know, we could change second half, last 15 minutes, because he's a quality player who can give out us a lot too in the possession, but we have to adapt. You know, we don't have a lot of great players. We have the players what we have. Олег Барков, Трибуна UA, будь ласка. Добрий вечір. Голосніше. Андрій Ніколаєвич, два вопроса. Як ви прокоментуєте вибір Бущина в качестві вратаря? И кому первому пришла идея вот этого плана на игру? Вам или кому-то из помощников? Мы, если мы принимаем какое-то решение, мы принимаем всегда вместе его. Поэтому, значит, я считаю, это работа тренерского штаба совместная. Поэтому никто не будет брать на себя медали за такие решения. И что касается Бущина, значит, я считаю, что у нас есть достаточно хороших вратарей, значит, которые любой из них бы мог бы сыграть. Значит, я думаю, что у Бущана есть немножко больше опыта, и все-таки я считаю, что он пропустил здесь 7 мячей. Я думаю, психологически, значит, можно было ему дать шанс. Я видел, что он готов к этой игре. Лучше. Все-таки у «Динамо» сейчас на фоне чемпионата Украины, значит, те, которые игры они сыграли последние, значит, у них есть где-то психологическое преимущество в этом. Олександр Ващук, будь ласка, так. Добрий вечір, Андрій Миколаївич. Дома гра, результат. Але воєвальникам завжди хочеться більшого. Здавалося, що в контратаках не доводили справу до ударів, які психологічно завершили. Я думаю, что те продолжения контратак, которые у нас были, значит, они были больше связаны с каким-то техническим браком, который мы допускали. Значит, опять же, работая столько в обороне, отрабатывая, значит, однозначно, когда ты уже контратакуешь, у тебя ты не настолько свеж даже в своих решениях. Поэтому были неплохие продолжения, ребята где-то подустали, принимали, опять же, неправильно какие-то решения, значит, это нормально.
Окей, дякую, колеги. Thank you very much. One last question, yes, please. You said you were happy with the result. Obviously, you didn't have a single shot on target, but you had a couple of counterattacks near the end. Where you were replaced with the first That was the Ukrainian question, is just about the counterattack. We have a lot of chances, but it's a technical mistakes. Sometimes, because you spend a lot of energy on the back, when you cover a lot of distance, you always spend a lot of energy. Maybe you're not fresh in the decision, and then couple technical mistakes, couple wrong decision. French team try hard, put a lot of players up in front, open some space for us. We could do better, yes, but I understand also it might not the moment for us. Okay, yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a good evening, everyone. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.